текущем году по инициативе президента заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Теперь родителям, которые в одиночку воспитывают детей, ежемесячно предоставляется пособие на каждого ребенка от 8 до 17 лет. В среднем по 5,5 тысяч рублей в месяц. И если говорить точнее, его размер равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1 миллиона 300 тысяч детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей. В дополнение к тем 36 миллиардам, которые были предусмотрены ранее. Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей.